Добрый день, уважаемые любители спорта, с вами Денис Самусевич, YouTube-канал Спорт РБ, и сегодня мы находимся в спортивном магазине Big Sport. Я хочу вам сегодня показать, распаковать и приготовить, показать, как правильно приготовить, а особенно порекомендовать одну из лучших, можно так сказать, самую лучшую капу, которую я встречал в своей жизни. Я в единоборствах всю жизнь, перепробовали мы очень много кап для зубов, для единоборств с нашими спортсменами и сам я лично. И вот эта капа, это просто сказка, это просто космос. Мы так ее и назвали, в кавычках, космос. Так что, если вы планируете приобрести хорошую, недорогую капу, чтобы остаться довольным, раз прикупив ее и навсегда, я рекомендую вам только эту капу. Ну, не только эту, но одну из лучших кап – это эта капа. Потому что хватает еще других много кап хороших. В чем вообще заключается уникальность этой капы? Знаете, самые лучшие капы, самые профессиональные капы – это те капы, которые приготовили стоматологи. Стоматолог по полости челюсти спортсмена лепит слепок и приготавливает капу по форме ваших зубов. Вот эта капа – это аналог стоматологического слепка. Потому что бывают силиконовые, как я сказал, бывают гелевые. Это хорошие капы. Но эта капа сделана из вспененного каучука. Профессиональная, спортивная капа, изготовленная из экологически чистого японского. А Япония – это знак качества. Там плохое никогда не делают и не используют. Вспененного каучука. Отличительное свойство читать вам не буду. Здесь все написано, вы сможете прочитать сами. Но сейчас мы ее приготовим. В чем вообще заключается класс этой капы? В том, что вы по всей форме своей челюсти, по всей полости своей челюсти, ее слепите так, чтобы она у вас лежала как литая. Давайте сейчас это продемонстрируем. Начинаем процесс приготовления. По инструкции, которая написана на упаковке, налейте в кружку кипяток приблизительно 90 градусов. Самое главное, ни в коем случае не забрасывайте капу именно в кипящую воду. Особенно не забрасывайте в кастрюлю, когда она стоит у вас в стадии бурления. Вы должны закипятить чайник, налить из чайника воду в кружку и потом сразу же поместить капу в эту кружку. Все, засекайте 40 секунд, не более, ребята, я уже экспериментировал над другими такими же капами, ровно 40 секунд, но рекомендую во время этого всего процесса взять ложку или вилку обратной стороной, помешивать, чтобы капа принимала больше тепловую функцию на себя брала, потому что вода имеет свойство немножечко остывать, и вы должны немножко расшевелить эту теплоту. Вот. И после 40 секунд, когда вы даже еще немножко ее потыркаете, посмотрите, чтобы она уже была приготовлена, она должна быть мягкая, вы достаете эту капу и сразу же моментально забрасываете ее к себе в рот. Одно из самых главных, как только вы достали капу из горячей воды, сразу же, моментально, всеми пальцами рук, особенно из внутренней части челюсти, большими пальцами вы должны лепить капу, как пластилин, по всей полости вашей челюсти. Вот таким образом. Это очень важно, чтобы она приняла полностью форму вашей челюсти. 40 секунд уже прошло. Достаем. Сильно не прикусываем, потому что можем прокусить. Достали. И сразу же вот она, как пластилин. Положили.
Чуть-чуть воздуха надо для того, чтобы ее охладить. Ну вот она, у нас красавица, готова. По инструкции написано, что нельзя ее прикусывать нижней частью челюсти, но я скажу, что нужно для того, чтобы она гораздо лучше села по форме ваших зубов. Потому что если вы не прикусите ее, то она не будет такая четкая, как хотелось бы. Смотрите внимательно. Смотрите. Видно вам, не? Вот. Она полностью приняла форму моих зубов. Полностью приняла форму моей челюсти. Полностью. Внутренними, точнее изнутри, большими пальцами рук я придавливал здесь максимально плотно по форме своей челюсти. Вот здесь вот давил. Давил, ребята, вот здесь. Изнутри. И с внешней стороны, как вы видели, большими указательными пальцами, точнее пальцами указательными, полностью лепил по передней части челюсти. С слегонца, ну даже на процентов 70-80 я замкнул полностью челюсть для того, чтобы она получила вот такой вот мой оскал. И теперь, когда я закрываю рот, капа полностью четко и плотно сидит на моей челюсти. Смотрите. О, садил, прикусил. Класс. Вообще супер. Капа как в стоматологии. Она моя. Сказка. Так что, ребята, я вам рекомендую приобретать эту капу. Конечно же, вы можете приобретать и подешевле капы. Это на ваше усмотрение. Но эта капа просто сказка. Я вам реально говорю, космос. Внизу ссылка в описании под этим видео, переход на эту капу. Переходите, кликайте, смотрите ее стоимость, заказывайте, приобретайте, а также любой ассортимент, связанный с экипировкой для единоборств, в нашем спортивном магазине Big Sport. И не забывайте подписываться на мой YouTube канал для того, чтобы получать качественное, полноценное и вот такие полезные видеоролики, связанные со спортом. Одним словом, просто со спортом. До новых встреч. Пока. Обязательно переходите по ссылке внизу на эту капу.